Доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию рецепт блюда рыбка в лодочке с овощами. Готовится это блюдо очень быстро, получается очень вкусно. Мы с семьей приняли спонтанное решение поехать на море немножечко развеяться. Ну и, соответственно, стал вопрос, с чем бы нам таким вкусом там перекусить. Для данного блюда нам понадобится рыбка, овощи и еще огромный плюс – что не надо будет мыть посуду после данного блюда. Посуда нам послужит пергаментная бумага. Бумагу лучше использовать силиконизированную, она прочнее. Итак, пергаментную бумагу я нарезаю на листы размером с противень. На 4 порции мне понадобится 4 таких листа. Теперь наша задача сделать из нее лодочку. Края заворачиваю таким вот образом. Ну а теперь формируем лодочку. Делаем так, чтобы высота нашей лодочки была чуть выше размера по высоте самой рыбки. Вот такая лодочка у нас получилась. На бумагу добавляем немножечко растительного масла и сверху посыпаем специями. В качестве гарнира я буду использовать рис. Он у меня уже готовый. 2 столовые ложечки на лодочку, думаю, вполне достаточно. Также можно использовать и гречку, и картофельное пюре, и картошку вареную. Но главное, чтобы это все уже было в готовом виде, так как данное блюдо у нас готовится буквально 25 минут в духовке. Рыбку мы нашу укладываем на рис, на рисовую подушку. А теперь пришло время укладывать наши овощи. Из овощей у меня сегодня это помидорки, цветная капуста, лучок, айва, чеснок и обязательно специи, которые я смешала с морской солью. Ну вот, наше блюдо собрано. Осталось только посыпать специями и полить немножечко растительным маслом. Наши лодочки помещаем в посуду для запекания и отправляем в духовку на 20-25 минут при температуре 200 градусов. Это блюдо смотрелось бы ярче, если бы у меня дома была капуста вот зеленого цвета и помидорки черри. Перед тем, как отправить в духовку, маслом обязательно пройдитесь и по цветной капусте, чтобы она красиво запеклась. Спустя 25 минут наше блюдо готово. Перед подачей обязательно забрызните рыбку соком лимона. Хватаем наши лодочки и рванули мы на море. На этом я с вами прощаюсь. Готовьте с удовольствием, радуйте своих родных и близких. Сейчас нам будет очень вкусно. Всем пока-пока!